Итак, ребята, всех приветствую. Продолжаем наше прохождение. У нас впереди Санктум Магистратум. Есть ли границы ереси, которые пронизывает это место? Информация, которую мы ищем, явно здесь. Хотя кажется, что сами стены против нас. Найдите то, что нам нужно, прежде чем это заберет хаос. Окей, ладно. Погнали, что у нас тут. Обнаружено влияние варпа. Осторожно, снижена целостность реального пространства. Требования к длительности повышены. А, это оно самое. Ай, прям за спиной у меня было в это время. Ой, вот сюда лучше залетайте, мне здесь вас легче сбивать. Закончили. Идентификация. Смерть. Это да. Тревога. Кагитаторы самосохранения выступают против этого пути. Вычисление. Отключение кагитаторов. Ладно. Он туда, очевидно, нас телепортнет. Ладно, пойдемте. Ошибка, вычисление, неисправность. Да, понятно. Чего тут нету интересного? Хотя могли бы что-нибудь положить. В принципе. Так, наверху там еще один портал, я гляжу. Ничего нету. Ой-ой-ой-ой. Все, что... Надо быть, а то они меня стрижут какие-то делать. Не заспаунился никто. Значит, патронов-то я порядком спустил. Хотя, казалось бы, тут за место вообще уплыжное абсолютно. Несерьезный совсем. Сверху
атаковали, я бы вообще этого не ожидал. И изрядно мы, конечно, охуели в такой атаке. Гранатами нас, кстати, что-то не особо засыпают. Я пока еще вроде ни одной не встретил. Так, все у меня перезаряжено. Где враги? Возьму и повалят. Ох, повалят. О! Я не знаю, что я взял. Но что-то я взял. Тяжело было, но я все собрал. Идем дальше. На борту корон играя. А, так потом почитаем. Там инструкции какие-то. Вовремя ты череп болтать начинаешь. Так, вот это они меня, конечно, за жопу-то схватили, будь здоров. Спрыгнул. Так, осталось теперь вернуться как-то назад. А, ну вот, можно, да. Может, еще куда-то можно в интересное место спрыгнуть? Нет? А, ну вот сюда сразу. Отлично, спасибо большое. Фу ты, блин, этаж пропустил. Сливайтесь.
запрыгнул, но, видимо, потому что могу. Я попадаю. Серьезного сопротивления, конечно, тут не встречаю. Ау, уже оттуда начали. И теперь вот тут. Все, картиночка сложилась. Тут ничего. Так, ну-ка нахуй. Это что, это моя пушка усилилась во время того, как стреляла? Или что с ней произошло, что она так засветилась-то? Еще ни разу. Интересно. Я думал, это она типа перегревается, но как будто бы нет. А что, с тебя ничего не выпало? Не понял. Так, ладно, подождите, пацаны. О, вот, что с ней происходит? Летят как камикадзе на меня. Очень много так сразу. Мало дают всего. Ладно, хорошо, нормально дали. Ну его нахуй, ну его нахуй. Пять армора он мне скосил, говнюк. Ну стоит все гранаты за компенсию, которые потратил на них. Ну и армор за компенсию. Красиво. Что еще тут есть? Не попал. Местонахождение неизвестно, выход неизвестен, статус неизвестен, предупреждение об ошибке. Что ж... Так, тут два телепорта, значит, да? Ёбаный нахуй.
еще делать? Ну, наверное, туда можно попробовать и разбиться нафиг. О, господи. Где я? А, я понял. Я откуда-то сверху выпал, а так-то я оттуда пришел. Да. Пришел туда, выпал оттуда, зашел туда. А-а-а, я мог тупо прямо и сюда провалиться, ясно. Блин, ну слушайте, что-то за место, конечно, говно и воняет. Я лучше тут сохранюсь на всякий случай. А то еще пёзнусь неизвестно куда. Так, ну давайте поэкспериментируем. О, а здесь я еще не был. Я внизу был, вот тут я не был, да. По-любому какие-нибудь секретики еще есть, типа пиздатые. О, вот, видимо, по этим красным меткам нужно идти, думается мне. Долбали уже, конечно. Ну, вроде бы каких-то таких интересных мест я не вижу с ништяками. Давайте сюда. Да ебаный ты, стыд. Ага, тут я был, класс. Только меня сейчас повыше выкинуло. Я опять сюда иду. Так. А если так? Ну вот не задача. Что? Пока я дышу, я стою. Пока я стою, я сражаюсь. Пока я сражаюсь, я побеждаю. Во славу его имени. Ничего себе, надо попробовать в начале боя это сделать. Может, как-то враги интересно отреагируют. Да, твою мать! Ух. Ладно. Что же делать? Ну, очевидно, эти красные штуки как-то роляют во всей этой истории. Которые значки на стенах. Так, туда не надо. Что же
будешь делать-то? А если сначала пробовать вернуться то, откуда я сюда пришел? Ага, выхода нет. Так можно бесконечно делать. Очень весело, но давайте попробуем там где-нибудь зацепиться. Ясно, тут мы были. Дай какую-нибудь подсказку, летающий череп. Какого черта ты не помогаешь совсем? То я вынужден тут вот лазить по всяким штукам непонятным. Нет, туда не провалиться. Ну, хорошо, что нельзя. Давайте попробуем отсюда выбраться, раз я сюда забрался каким-то макаром. Так, вот это уже неплохо. Тут я был. Нет! Что-то знатно я, конечно, упал. Цель-то моя какая? Куда здесь надо прийти? Говорит, я умоюсь кровью своих врагов. Да что-то меня троллят, походу, как-то очень жирно. Блять. И не торопиться-то нежелательно. Так, ясно. Да что ж ты будешь делать-то? Опять начало самое вернулся. Так, а внизу где-то совсем ничего нету. Да. Может, мне наверх так нужно взобраться просто. Вот. Ну не просто же так, эта красная штука везде. Это же явно какой-то элемент геймдизайна. Чтобы даже тупорылые игроки разобрались. Очевидно, мне куда-то туда. Осталось разобраться только, как там не упасть. Ну или упасть, но не разбиться. Аку. Странно. Так, походу мне нужно куда-то вперед тут там стартануть очень так хорошо. Тогда у меня все получится. Ладно, хорошо, я вас понял. Ух, бля. Ух, бля. Угу, я понял. Ёб твою мать. Ты откуда вообще вылетел? Вообще непонятно, что происходит. Так, то есть вот я иду, вхожу вот в это, из этой штуки? Нет, из следующей я вылечу, ненормальный. Страшно, конечно.
Обидно, обидно. Крайне обидно. Ну, я уже даже почти разобрался здесь, что вообще происходит. Ну, хотя бы я стал запоминать, где я был. В каких порталах, в каких не был. Снова здесь. Так, просто туда не запрыгнешь. Почти ожидаемо было, что это меня так оттолкнет. Опа. Офигеть. Ну, как будто бы я здесь был уже. Один хрен, зачем столько старался, непонятно. Опять я тут. Да что ж такое то? Как выбраться отсюда? Наверх возвращает, даже здоровье не отнимает при этом. Вот это я не знал. Ибо где? Ну, то есть там есть какая-то дорога, казалось бы, по ней там можно куда-то улететь, но не улетается почему-то. Я лезвие его меча. Ну, даже не знаю, сколько мы тут уже бегаем, конечно. Что с этим всем можно сделать? Это снизу. То есть, если я сейчас здесь зайду, вот в эту штуку, я окажусь наверху. И эту штуку буду видеть снизу. Да? Да. Теперь вот начинается все переворачиваться. Отсюда меня куда-нибудь вниз еще не... кинет до кучи. Нет, отсюда меня кинет. Может, из-за того, что она варпом вот этим поражена, мне не стоит туда входить.
значка тут нет. Это опять мы в самое начало вернулись. Ну и отсюда я вылечу просто как из трубы. Нет, еще не отсюда. Старенькая. Сохранюсь-ка я здесь на всякий, а? Ой, а где этот? Вот это похоже. Да, оно, судя по дате. А, это. Во, оно, да. Нафиг мне эти боеприпасы. Серьезно. Ну-ка, я как-нибудь там на F9 не могу загружаться. Вдруг это в настройках есть, а я просто и не знаю. Нету ничего подобного. О, зато про эти штуки тут все есть. Видимо, нужно, да, заходить вот так, загружаться каждый раз. Так, ну давайте подумаем, что мы тут можем делать. Подсчет уровня веселья. Уровень 0. Ожидайте приказа. И туда, по прямой просто. Ну хрен знает, как это сделать. До этого портала я так просто не допрыгну. А если я, и как-то пометить я его еще до кучи не могу, чтобы не забыть, куда я и зачем иду. Секрет нашел. Ну, видимо, нужно быть просто там ебейшим внимательным, чтобы эти штуки все не пропускать. Ну и откуда я выпал? И куда я выпал? Да ладно. Неужели? Поверить не могу. Еще и секрет нашел. Так, тут я сохранюсь, это важно. Наконец-то. Сколько искал я. В любом случае, сильно логику происходящего я не понял.
скорее на... А, господи. А, я ж патроны пиздатые трачу. Чёрт. Всем интересное. Так, я тут был. Ну, видимо, вот сейчас оно открылось, а до этого закрыто было. Фигня какая. Ну ладно. Опять босс? Да твою же налево, ну и где он? Окей. Ну и где ты, мистер Колдун? Тоже нужно не всех уничтожать, а то если я уничтожу всех, то с каждым разом будут все сложнее и сложнее, пацаны. Приходить, да ёб твою налево. Так, вали. Где этот колдун? Вот он. А, нет. Выходи, подлый трус, ты где? Как секрет считается. Что она дает вообще? Повышает исходящий и снижает на урон эту штуку. Ну толку-то? Я не вижу, кого атаковать. Бал.
нет босса. А нет. Босс тут есть, просто он скачет как сайгак. Ну как я, в принципе. Попробую сейчас его. Вот, и съебался, тварь. Вот как куда? Вот теперь хоть не ищи его. Нет, хорошая позиция у меня для атаки была. Ничего не скажешь. Вот это меня, конечно, жмыхнуло. О, блин, со спины меня хотели закрысить. Исследуйте банки данных. Инкомод обнаружил информацию об источнике энергии. Трон, похоже, гнусные еретики все еще на шаг впереди нас. Тут везде их беспорядочные пометки. Осколок внутри какого-то хранилища. Придется поторопиться, если вы хотите добраться до этого адского колдуна. В смысле, я его что, не завалил, что ли? Понятно. Ну, что ж, хороший уровень получился, но предлагаю тогда на этом закончить. В следующей серии продолжим. Так что всем спасибо за просмотр и до скорой встречи. Всем пока-пока.